четыре стороны найдут среди нас, кто не ослепо увидит глазами ворона то, что скрылось в пропасти лет. Oh,
знаете, я уже от своего лица тоже хочу это сказать. Привет, Москва! Вы не представляете, как долго мы ждали этого дня, когда ни одна другая группа не мешает нам просто рулить этой сценой. И мы, наконец-то, мы очень счастливы, что сегодня все люди пришли специально на нас. Поднимите руку, кто пришел специально на нас сегодня. Во! Спасибо вам!
Что, вы еще не устали? А настроение какое у вас? Настроение боевое? Тогда для вас следующая песня. Боевая! Полыхает небосвод, светло-стрелы голубя, ловятся и на ветер ищет воды с корабля. Солнце мертвое встает, греет берега чужие, под копытом народца стонет над земля. Раскидав цветы рощи, обращая храмы в небе, враг не подает пощады к слезам стариков. Полетим в черне ночи, замок смерти нас удает, все нет конца, не видно краю орнам чужаков. Одни руки как можно выше, все вместе, балкон вместе с нами. Часто просили сыграть нашу следующую песню, которая сейчас прозвучит. И не всегда так получалось, что она наличествовала в том трек-листе, который вы привезли на тот или иной концерт. Она интересна тем, что это одна из двух песен с нашего первого альбома, которая написана на стихи, которые нам не принадлежат. Автор текста песен – мой друг Си Эль. Песня называется «Аврора». Царица утренней зари.
Подождите. Покричите еще минуточку, сейчас я закончу. Еще чуть-чуть. Ель, дрон! На самом деле, дико приятно видеть вас всех здесь. Очень рад играть для вас. Следующую песню в том числе. Палец на спуск! Спасибо вам, спасибо. Надеюсь, спасибо. Вам понравится. Да, надеюсь, не в последний. Надеемся, что ничем вас не отпугнем, так что для этого, поэтому сыграем следующую песню, которая, может, кто-нибудь догадывается, как она называется. Но кто-нибудь альбом слушал, вы еще не заметили, что мы по порядку песни играем? Ладно, наша следующая песня, мы ее написали еще практически до момента создания группы, и она называется «Степняки». Громче, громче, громче!
ж, наша следующая песня, стихи на нее также написаны не нами, я только переводил. Сонаты Говарда Лавкрафта. «Зеленый склон». Я думал, внизу бежал.
велик. Вы просто чудесны сегодня. Спасибо вам! Вы сами все знаете, ребята. Сила!
Отлично, отлично, отлично. Наша следующая песня очень важна для нас. Буквально месяц назад у нас был небольшой тур по Польше, и была возможность заехать в одно место, которое у нас засветилось в нашем первом альбоме. Это крепость Усовец на востоке Польши, в которой произошли события, отраженные в нашей песне «Атака мертвецов». И идея сыграть эту песню в акустике родилась у нас именно там. Поэтому под ваши скромные аплодисменты мы начнем. Thank you.
усеян бой. С лихвою зайдет зарей, и жар костров разбудит от смертного сна бойцов. За брата брат сильнее во сто крат, и смотрят вслед, что придет через сотни лет. Спасибо вам, родные. 10 минут и встречаемся здесь. Отдыхайте. Здравствуйте еще раз. Отделение!
видеть не менее приятно, чем полтора часа назад. Начнем с места в карьер. На следующей песне попросим, чтобы все, кто присутствует здесь, до единого, попрыгали вместе с нами. Обычно, когда на этой сцене еще 10 групп играют, ну, те, кто пришел на нас, они состоят движуху. Остальные стоят. Давайте сейчас попробуем сделать настоящий праздник здесь. На следующей песне прыгаем все вместе. А песня называется «В парусах цвета». Осенью серый скал, угрюмая стена. Бар привоя шум, день меняет ночь, и года сменяют года. Но морская гладь ясно помнит день, когда северной стороны принесли ветра боевую месть. В парусах цвета зари. Thank you.
единожды в год. Пыль стирают с награды те чудеси еще. Не сдали медали лопать. А вокруг разговоры про подвиг, про славу. Каждый год кузерет неоплатно в толпу. И расход расцветает лихая держава, вспоминая, как дебри. Проснулись,
плеча ношу выбрали. Слишком поздно лес под замес, дурачок. Даже хлоп по углам размели.
повидал всего рода, сыны им одним рождены. Нас хранит под земля, и живем мы не зря. В нас свобода кипит, воля в сердце горит. И война, и любовь разжижает нам кровь. Москва, у меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность вам. Спасибо! Свободно кружит на поляне лесной. Черный ворон над телом сидит. Над высокой скалой белый сокол свободно кружит. На поляне лесной черный ворон над телом сидит. Представлял буду жить, подожрать это на все чей кружит. Ребят, вы прям даете. На самом деле очень приятно видеть такую движуху, потому что когда что-то подобное мы мутили в Европе, на нас потом смотрели вот такими вот глазами: а как вы их развели на хоровод, это ж немцы. Что такое хоровод? Да. А здесь все так легко и отлично получается. Ребята, а! Вы все давно живете, давно смотрите по сторонам и наверняка тоже заметили, что не показывают по телевизору, не печатают в журналах тех людей, которые на самом деле двигают этот мир вперед своей головой, своими руками, иногда своими жизнями. А всю славу получают те, кто этого не достоин. Этот мир все тяжелее для них. Они как атлант, который держит это небо. И пришло время им сбросить тяжкую ношу с плеч. Атлант, расправь свои плечи! Обезумевший в жадности мир на убой снова гонит стада. И пастух вновь заносит свой кнут, чтоб бежали быстрей. Только время цепей не щадит, и дряхлит скала, чтоб однажды воспряв орла догнал Прометей. И в последний из дней над землей пронесется солнцем горя колесница. И поводья отпустит, коней распряжет, этого мира возница. Пусть равняет землей монументы царей, плоть и прах воедино сбирая, разбросает ветрами хулу и мольбы черных птиц перепуганным краем. И свинцовое небо раскрасит огнем, возвещая, что плен твой не вечен. Пусть свободный отныне сбросит ярмо, Тарацов согревал палачей и сжигал
называется «Русская смерть». Кровь застыла, которого дня за спиной.
не стихает свора, гонит прочь клич лихой беды, пока не упал с позором. И клыкам не отдашься ты.
держит засов. Снова в огне границы, снова нам бывало брать вести. Стягами пусть к зорницам, слаще и радостнее нет пути. Молотом бит, урется белая рань. Яростный клич метется, пленный не брат. За могильным воем бродячих яйцов, как ремитание.
горячий сердца стук, что в кузнице по утрам шепчут губы, спасти Боже, сохрани, да нет веры своим же в тебе словам. И однажды утром найдут тебя на полу лежащим с крестом в руках. Настежь дверь погасла давно свеча, только ужас мертвых застыл в глазах. Если это вы для себя кричите сейчас, что, ребята, вы реально охрененные молодцы просто. Спасибо вам огромное. Спасибо вам от каждого из нас. Просто огонь.
как вы только на ногах стоите, да? И до новых встреч!